Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня мы играем в чемоданочку на серии Machine Holy Play, первый серый, манитесь Кирилл Путбуль, не забывайте вводить маник при регистрации, и также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, и при достижении 5 уровня получите 50 тысяч, при достижении 10 уровня получите 100 тысяч, то есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере, также он будет в описании. Ну что ж, пацаны, сегодня я буду выполнять Drift Challenge, до этого я выполнял Fly Challenge, там и так далее, снова буду. Сач мне кинул вызов. Drift Challenge. В принципе, там будет три задания, довольно-таки легенькие, но посмотрим, как я с ними справлюсь. Вас обязательно лайки. Ну что ж, погнали. Ах да, забыл сказать. Сначала вы будете видеть, как выполнял это Брусач, а потом будете видеть, как выполнял это я. Всего три задания, и я с ними вроде бы как справился. Оценивать вам в комментариях. Все, погнали. Первое задание было продрифтить между столбами, змейкой и никуда не врезаться. В принципе, у меня это отлично получилось. Второе задание было подрифтить на дороге, которая ведет в Бусаево, в принципе, стороны в сторону. Going, I'm rolling and flowing, I'm coasting, I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them, knowing I'm owning this flow, you can catch me outside. Gonna get them all with a little payback. Never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track. Never gonna stall, no, I'm never gonna slack. Coming like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning the profit, you know I can't stop it until I am dead. Gonna be unstoppable and profitable, cause I got a constant flow of knowledge, yo. If you got a problem, bro, take them off the throw. Coming to the top, I go, yeah, promise, low. To the club and the city, show me love. She gon' fit me like a glove. Sipping whiskey, feeling buzzed. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. Yeah. Roll up to the club and the city, show me love. She gon' fit me like a glove. Sipping whiskey, feeling buzzed. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. I'ma put that ass to sleep. Yeah. You can't stop this. I promise. Got electronic with a little. Rap on top of it, you can't even process it. I'ma keep dropping it till it tries stopping it. Oh, I got the beats and I got the
rhymes to make your girl cheat. I'm switching a dime, get up on your feet. If you wanna climb and take it from me, I got nothing to hide. I get it, cause I want it. Always on it, and I'm got it. Now I got it, got my shot in. You know I'ma be. Ну и последнее задание было продрифтить на трассе, которая находится за Арзамасом, не врезаться никуда. В принципе, чисто продрифтить по кругу и все. Минуточку внимания, хочу посмотреть бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбокс. Либо ударстах. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Ну что ж, вот такие вот были задания, я со всеми ими справился, вроде бы как и довольно-таки хорошо. Все задания, скажу вам честно, я выполнил с первого раза, довольно-таки да. Я сам был удивлен, что я с первого раза все выполнил, потому что именно к BMW на зимней физике я не привык. Если что, зимняя физика, пацаны, это машина проще идет в занос. Ну, в принципе, видео есть на моем канале, как установить зимнюю физику, поэтому, кому интересно, можете ее установить. Но я благодарен Бурсачу за такой челлендж, очень было интересно, классно, такого еще я думаю, я не выполнял, поэтому большое тебе спасибо. Насчет того, буду ли я кидать кому-то этот челлендж, я на самом деле не знаю, потому что мне сегодня уезжать в Киев. Я не знаю, когда это видео выйдет, возможно сегодня, возможно уже когда я буду в Киеве. Ну, в принципе, не важно. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте мне лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.